Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть, и сегодня предлагаю рецепт необычных блинов на пиве с добавлением копченостей. Вкус у блинов получается просто отменным. Он такой насыщенный, с ярким копченым вкусом и ароматом солода. Я обычно использую темное пиво, но подойдет и светлое. Правда, вкус будет немного другим, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, к яйцам добавляю соль, кладу немного сахара и хорошенько все взбалтываю. Добавляю половину порции пива, муку и хорошенько размешиваю до исчезновения комочков. Вливаю оставшееся пиво, растительное масло и выкладываю мясо. Его нужно очень мелко порезать или натереть на крупной терке. Лучше брать что-нибудь подкопченное. У меня в данном случае ветчина. Хорошенько размешиваю, нагретую сковороду смазываю растительным маслом и выливаю тесто. Толщину делайте на свое усмотрение. Поджариваю блинчик с одной стороны, переворачиваю и поджариваю с другой. Таким же образом выпекаю остальные блинчики. Друзья, по ссылке, которую вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана, вы можете найти очень много других рецептов блинов, а также блюд из них. Все, блинчики готовы. Из данного количества теста у меня получается 8-10 блинов диаметром 20 сантиметров, в зависимости от толщины. Я не делаю их тонкими. Подавать такие блинчики можно с кетчупом, со сметаной или с любым другим соусом. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Ну и разумеется, в течение недели смотрите новые рецепты блинов. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.